Всем привет на мой канал. Здесь, в этой сессии, я попытаюсь стримить по русскому языку. Вы будете слышать ошибки языком. Так что я прошу прощения уже. Я sorry уже. Я никогда не попыталась стримить полную сессию на русском языке, но сейчас я попытаюсь, так что на основании я сейчас торгую, мы с тобой торгуем NASDAQ на Top Step Combine 100 тысяч 50 тысяч Combine степени, двух степеней. Этот тип аккаунта сейчас не существует, но я уже покупил аккаунт перед изменением менями изменимы топ-степа бизнеса. Сейчас и по-моему прайс должен на поворот поворачивается, так что и я использую несколько модулей Михаил Хаддлстонов, так называется Inner Circle Trader. Вы его можете найти на YouTube, на Твиттере, и с тех пор сегодня можете найти его на Инстаграме. Так что это мое мнение, что прайс, что эти рынки контролируются алгоритмами, компьютерами, не так. Так что я использую модели, математики. Мы сейчас в покупке. Если несколько русских говорящих это видео найдет, и вы слышите ошибки моим языком, то, пожалуйста, исправляйте без извинений в комментарии. Это моя цель, конечно же, улучшить мой русский язык каждый день, каждый раз, когда я попытаюсь говорить по-русски. Так что мы ждем сейчас. Это наша цель добавить еще одного контракта, но не хочу добавить больше риска перед тем, как рынка что-то нам еще показывает. Так что мы ждем. Здесь вход был на неэффективности. Это в середине. Эту неэффективность вы можете видит это здесь. Здесь вы видите ICT Bullish Breaker здесь, от с точки А до точки Б. И прайс нашел цель. Прайс нашел sell side liquidity здесь.
и мы используем standard deviation projections. Я не знаю, как это сказать. Прошу прощения. Но мы с вами мы не реагируем на рынку. Кроме того, мы ожидаем то, что прайс будет делать в будущее. Это разница между мной и другими. Я не реагирую. Я догадаюсь о том, что будет в будущее. Это ожидание. Это не реагировать. Это не реакция. Это ожидание. Так что. Конечно же, прайс сейчас помедленнеет из-за того, что все рынки закрыты. Все рынок закрыт за, закрыты. Все рынок закрыты. Мы прямо после resettlement. Это скучно сейчас. Это очень медленно двигается. Это хорошая возможность практировать, тренировать мой русский язык, пока рынка не двигается. Пока рынка меленеется. Мы ждем, мы не хотим добавить еще контракта, пока нету сигнала у нас. Так что мы с вами ждем. И это было бы ожиданно в этой части дня. Так что мы ждем. Мы ждем. Мы ждемся. Сигнала нету. Мы ждем от сигнала. Добавить еще контракта. Полная позиция. Я бы представил, что мы хотели бы трех контрактов. Да. Я бы не бы почувствовал собой комфортной больше трех контрактов, хотя в прошлом это явилось. Да, я бы представил, по-моему, что это точка, где мой вход был,
была хорошая точка поворачиваться. Точка поворачивания? Да, нет. Поворота? Pivot point. Turning point. Поворачивать. Поворот. Это to turn. Turning point. Точка поворота. Не знаю. Я ищу. Поворотный пункт, решающий момент. Это поворотный пункт. Как бы, конечно же. Точка, это значит point as well. Так же. Мы ждем. Это может быть, что трейд будет длиться через несколько часов. Это может быть. Это возможно. А обычно, обыкновенно, когда я стримлю на русском языке, зрители, конечно же, спрашивают, ну, почему ты говоришь по-русски? Ну, эта история длинная. Я бы предпочитал просто сказать, что это так. Просто от Бога я бы предпочитал не объяснить полную историю. Ну, это больше 8 лет с тех пор, как я начал учить русский язык. У семи меня нету русских. Я не по этнически русский. Я единственный член моей семьи, который говорит по-русски. Я не торгую по Форексу. Пожалуйста, не спрашивай. Я знаю, что, конечно же, большинство части трейдеров в России торгуют по Форексу. И это не я, конечно. Я в настоящее время лишь только торгую по NASDAQ. И это все. Это все, друзья, это все. Нечего там отметить сейчас. Мы бы надеялся, чтобы прайс повторился бы такую действию, как и это. Ну, не знаю. И из-за того, что у меня есть самонеуверенности, я не добавлю еще контракта. Это так называемый риск менеджмент.
Да. Мы ждем. У этой профессии есть не ход дыма, как бы нужно большое терпение, много терпений, как и в этих случаях. Eins sei dabei, wenn wir cruisen fahren, haben Spaß, geben Gas auf der Autobahn. Wir sind Verrückte und wir sehen dieses Keine, und das ist unser Glück. Wir haben Benzin im Blut. Eins sei dabei, wenn wir cruisen fahren. Kann ich jetzt machen? Я не могу что-то сейчас. Wir haben Benzin im Blut. Мы ждем. Моя путь мыслений сейчас это, что это видео будет через 38 минут. И потом падает сейчас против нас, нашей позиции. Eins sei dabei, wenn wir cruisen fahren. Wir haben Spaß, geben Gas auf der Autobahn. Sind verrückte und wir singen dieses keine tut, das ist uns natürlich sehr. Wir haben Benzin im Blut. Нету движений у прайса, у цели. У цены, у цены, цена. Как что это такое? Вот. Ошибка. Ошибаюсь. Я знаю, что прайс это на русском языке цена, да? Нету движений у цены. Как? Я очень разочарован, когда я ошибаюсь на русском. Это я горжусь тем, что я говорю по-русски. И в прошлом, когда я представил, что я бы профессионально говорить по-русски, то в том времени это было очень важно мне. Но сейчас, в это время, это не мой фокус. Мы падаем сейчас. Это новый, как бы, я ищу.
All right, we have a new low. У нас новый low. Большинство термин трейдингов по-русски не знаю. Я знаю, что низкий значит low. Окей. Если мой анализ неправильно, то я сейчас ищу, я ищу другую цель цены. У нас есть liquidity здесь. У нас есть маленькая неэффективность там. Это забалансирован диапазон сейчас, по-моему. А вот не сейчас, но здесь. Где находятся мои мышки? Здесь. Мы падаем. И у нас есть тоже liquidity здесь. Так. Низина. Новая низина. Мы падаем. Так что новый ICT breaker. Сейчас low high. И это попытка найти liquidity сейчас. Я бы представил, что мы будем начинать поворот через несколько минут. Но я не знаю точно где. Вторая контракта будет в кратке. Да, в кратке будет. Low, high, low. Так что добавлю второго контракта здесь. Окей. И там в том случае, где мы понижимся здесь в ту liquidity, то мы бы добавили еще одного контракта, если мы найдем еще новый лоу. Окей. Один с половиной стандартный девайс, standard deviation будет здесь. Я добавлю на я добавлю графики. Окей. И сейчас мы в покупке двух контрактов.
Так что на графике вы будете видеть, там был liquidity, и цена нашла ту liquidity. И это возможно, что сейчас рынка поворачивается. Окей. Мы ждем. Иван. Мы находимся в позиции двух контракта, в покупке. Мы ищем поворачивание поворота цены в кратке. Слева на графике я вижу двух забалансированных диапазонов. Здесь и здесь. Но объектив цели. Цена, как что? Цел, это значит goal. Объектив цены. Может быть, что объектив цены это падает туда, где liquidity лежится. Но я не самоуверенно. Я сейчас пойду, друзья. Мне нужно малая пауза. И я сейчас пойду.
Окей. Друзья, мы поближаем на азиатскую сессию, и поэтому я останавливаю стрим здесь. Пока.